как спать, есть и не скучать в космосе. Уральский экипаж МКС ответил на вопросы студентов в Екатеринбурге. Встреча прошла в преддверии Дня космонавтики. Хотел бы спросить, взаимодействовали ли космонавты с иностранными экипажами. Если выдастся такая возможность, то, конечно, я бы хотел связаться с астрономией, жизнью в космосе, исследованием. Экипаж в составе командира МКС, Героя России Сергея Прокопьева, а также космонавтов-испытателей Дмитрия Петелина и Андрея Федяева вернулся на Землю в сентябре прошлого года. Их космический полет продлился 370 суток, 21 час и 22 минуты. Студентам гости показали уникальную фотографию Екатеринбурга, полученную из космоса. Просветительская деятельность, которая направлена на то, чтобы зажечь какое-то желание у молодежи заниматься космонавтикой, узнать что-то новое. Может быть, у кого-то возникнет желание пойти по этой профессии, уйти в космонавтику. И кто его знает, может быть, сейчас в этом зале будут сидеть космонавты будущие.